Обещают наши синоптики по геопризнакам, что mm -hmm. вот последняя неделя это будут уже а, такие последние дни жиры mm -hmm. и потом будут похолодание. Можем ли мы что-то подобное наблюдать из геопризнаков, или вся жира еще впереди? Нет, это же все. Пик. Жиры, эскалации и всего-всего. Все, к войне... дело идет за... к окончанию войны. Говорил, это два месяца назад, там, месяц назад, все. А с истории вокруг Трампа и Диджей Венса все стало понятно. Все. Война закончена. Воевать нечем. Некем. Посмотрите, не хватает бюджет. Дефицит бюджета в Украине не хватает. Примерно речь идет, по-моему, 400, где-то 450 миллиардов гривен. 400-500, Стефанишин 400, Стефани 400 говорил. Да. 400, да, 400 миллиардов, 500 миллионов. Uh -huh. да? Повышают налоги. Включается свет. Налоги повышаются, это значит, и акцизы повышаются на товары, на импорт и так далее. Это говорит о чем? О том, что денег нет на войну. Фискальный кризис. Во время войны фискальный кризис. Людям нечего откуда платить налоги. С каких доходов? Бизнес закрывается. Война – это деньги. На войну нужны большие деньги всегда. Европа уже не справляется. Америка сейчас уйдет. Перекинет это на Европу. Европа с этим не справится. Это сейчас они хорохорятся, там, создают какие-то оборонные союзы. Вот судя по выступлению Русулы Форниляя. ЕС это должен быть оборонный союз. А за, за какие? Шиши, за какую промышленность вообще? За что? Они сейчас все стонут, потому что не знают, придет Рам классе в США. И что будет с НАТО в Европе? Что взамен? Где деньги брать для того, чтобы платить на безопасность? Фискальный кризис – это очень серьезная вещь, потому что государство в финансовом отношении может провалиться. Кстати говоря, фискальные кризисы приводили к расколам элит, к бунтам, революциям. Французская революция вот 14 июля отмечали день Бастилии, взятие Бастилии. На что же началась как фискальный кризис? Король Людовик XVI собрал так называемые генеральные штаты, это как бы парламент, такой, который не собирался, по-моему, там лет 100, 150. Для того, чтобы обсудить налоги, надо было налоги повысить. Ну и отсюда все и началось. Начали бунтовать Генеральные штаты, требовать ответственность или отчет за деньги от короля, от королевского двора. Ну, а потом уже потянули низы, Средние классы, интеллектуалы и так далее, которым дай только. Возможность побузить в условиях кризиса, революционной ситуации и так далее. И все. Ну, нас, Поэтому, вы тоже, считаете, будут бузить? Э э э э я, я ничего не знаю. Я не призываю, во-первых. Я не хотел бы этого. Не, мы я просто heavily, знаю, что фискальные кризисы и войны, которые, как минимум, не выигрывались, они приводили за тем большим потрясением. Фискальные кризисы, горечь поражений. Отсутствие военных побед часто приводили к революционным ситуациям. Ну это как в том анекдоте, помните? Так что, папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, детки, это значит, что вы будете меньше есть, ну, да? Вот это да, к народу ну, а, а, хот... а как меньше есть? А и так уже как бы просроченные продукты из-за того, что холодильники в супермаркетах mm -hmm. отключаются. Вот это самый худший вариант, чтобы потом вот если неправильно будет взят или неправильно будет найден момент, это раз, во-вторых, формат финализации войны, чтобы дальше это не превратилось в новые потрясения внутренние. Ну, в общем, что там уже, по-моему, повторяться не стоит. Я уже об этом много говорил. Вчера в вечернем выступлении президент Зеленский сказал, что он собирал всю дипломатическую команду свою по линии офиса и по линии МИДа. Надо теперь работать на дипломатическом направлении. Все. Значит, уже дипломаты вперед. Другое дело, не познавато ли, захотят ли русские <coughs> теперь? И на каких условиях захотят? Потому что они давят на фронте. они, они давят на фронте. Ну, Жан Дрюченко сообщает, что ну, там готовится на наступление на, ну, ну, на, на везде, Запорожскую. везде да. по всем. По всем. Идет. Ну, вот. Не опоздали ли мы? Может быть, надо было раньше уже как-то. О чем предупреждали? Серьезные люди, например, как мы с вами. Да? А чего вы так улыбаетесь? Мы серьезные люди. Mm, да. Просто недооцениваем себя. Мы не переоцениваем, но и недооцениваем тоже надо. Говорили это. Что нужно раньше. Иногда пропускать момент, не надо пропускать момент. И жить иллюзией, или желанием, или необоснованными какими-то надеждами на чудо-оружие, на победу Байдена и прочее. Вот взяли. Черный лебедь вылетел 14 июля опять-таки в Пенсильвании. Ну, рыжий, правда, лебедь как бы. По цвету, угу. но черный по... Потому что он все переиграл. Все, в мире сейчас все будет меняться. Ну, знаете, как это в калейдоскопе. Там какой-нибудь фрагментик и он все меняет, попадает, да, да. и, все, и все, вся картина меняется. Ну, это как теория о взмахе бабочки. Бабочки, которая... да, да, да. И все. И все, сейчас поехали, события сейчас пойдут с такой быстротой. И Это же как вирус будет. Завируситься. Вот это вся трамповская, все трамповские идеи, слова, риторика. А теперь же и Венс, его, сказать там, младший Альтер Эго, его, так, молодой альтер эго это все же уже приобретает вирусный характер. И оно все с волной пойдет. Сейчас начнут все... Тональность уже меняется. Я смотрю в западной, на западной, ну, в западной прессе. Меняется риторика. И сейчас пойдут, пойдут события, новости, информация. Чтобы... Только успевай. А поскольку боксер, то есть мы находимся в состоянии гроги, вот такого удара, мы не знаем. Это очень опасно. Ну, кстати, уже есть сообщение и информация о том, что на съезде республиканской партии раздавались таблички с надписью о том, что Трамп остановит войну в Украине. А если оценивать в целом вот этот тандем Трампа и Венса, что он сулит Украине? Украине, не кто-то скажет, ничего хорошего. Катастрофа. А если это путь к миру? Это катастрофа? Нет. Ну, вот так вот. Но ну, политико написал, что Венс это катастрофа для Украины. Для какой? Для большей части Украины, для людей простых, которые хотят уже как-то вздохнуть нормально. Чтобы у них все было, и свет, и надежда, и, и не было вот этого страха, не было вот этого повседневности войны, люди не хотят с этим мириться, чтобы война или состояние войны, вот в жизни, простой жизни, оно было новой нормальностью. Люди настроены на мир. У них антивоенное сегодня настроение. Антивоенные не в плане соглашательства с врагом, а антивоенные по отношению к жизни в войне, к такой жизни в войне. Если войну хочется, нужно выигрывать, то надо создавать условия в тылу. Вот так, только так сейчас войны выигрываются. Сильной экономикой, сильный военно-промышленным комплексом, сильной политической системой, солидарным отношением друг к другу, справедливостью, мобилизацией и так далее, и так далее. А если этого нет, значит, так и, нет ничего, и нет, нет ничего. Есть только вот это уныние и унылость повседневности войны. Зажигания нету, нету. Батарейки сели, батарейки вот этого воодушевления, батарейки вот этого военного патриотизма, что я не путаю с мирным патриотизмом, они mm -hmm. подсели, их нет. А заряжать их, все время бегать за границу, заряжать там, потому что там розетка находится, батарейки войны. Ну, сильно не побегаешь. Рано или поздно там тоже не дадут подключать. И войну пауэрбанком, подключением пауэрбанками вы тоже не выиграете. Должны быть постоянные, постоянные поставки, ритмичная конвейерная работа. Если этого нет, есть дипломатия. Вот решайте дипломатическим путем. Это первое. Второе. Если говорить, что он нам несет в омут или брод, и так далее, так, трампийский поворот. Вот он несет все, чтобы как бы, Украина, она становится неинтересной американцам с точки зрения войны против России. А Европе надо теперь думать о том, как отгородиться от Украины, отгородиться от Украины. Потому что это есть способ отгородиться от России. Они, они будут бояться Россию, они уже ее боятся. Это не значит, что они хотят воевать. Ну, российская пропаганда накручивает, что вот они нас хотят это. Ничего они не хотят. Они хотят оградиться и сохранить то, что у них было. Европейский мирный образ жизни. Да, будут изменения, будут, будут. Так и военное производство развиваться, и все. Но они не готовы к такой большой войне, которая идет на территорию Украины. У них не те общества. Это мультикультурные, тройболистские, и в социальном, и в этническом смысле общества, которое находится на стадии постнациональной расконсолидации. Вот посмотрите, французские выборы. Левые и правые. Угу. А посредине макронисты, там, центр, так называемый. И все, они расколоты. Но их задача, вот всегда была задача в последнее время запада, не допускать войну внутрь, к себе. Войны должны вестись на периферии. Потому что эпоха героизма, когда все должны жертвовать ради Отечества, на Западе прошла и в Европе прошла. Люди живут своей жизнью индивидуальной. Они думают о своей индивидуальной жизни, а не жизни нации там, через сто лет. Ради чего надо отдать сегодня, положить свою жизнь. Вот такая постгероическая эпоха. Обратите внимание, вот посмотрите, контент-анализ всех чиновников НАТО, лидеров европейских. Наша задача не допустить расширения войны за пределы территории Украины. Так или нет? Даже не России. Потому что боятся, если территория России, тогда будет понятно. Дальше. Задача ни в коей мере не допустить прямое столкновение НАТО и Российскую Федерацию на территории Украины. Украине будем помогать столько, сколько надо, но никакого прямого столкновения. Почему? Это их концепция. Войны ведутся на периферии, если и ведется война с кем-то, то через прокси. Прокси война. Опосредованная война. Поэтому при всей поддержке Украины на слова. За их задача отгородиться от Украины. Поэтому забудьте про НАТО. Вас не возьмут в НАТО. Кто-то кто там бредит. Грезит, бредит. Не знаю, что сейчас. Все. Как раз их задача вытолкнуть нас из НАТО. Вот такой военный, милитарный буфер. Где? Но ну, это их подход. Есть райские сады, есть джунгли. Если в Украине нет джунглей, то это не значит, что это не джунгли с их точки зрения. Где на периферии? Пусть ведутся войны, обделываются грязные дела, наркотрафик проходит, коррупция зашкаливает, только не у них. И это создает вот этот комплекс отношений центр-периферия. За счет эксплуатации периферии можно дальше продолжать свое. Социальное благополучие. И дальше продолжать проект. Послевоенного, то есть после Второй мировой войны, проект социального государства благосостояния. Задача их и все. Это первое. Второе по поводу Трампа. Уже американский, так срез этой проблемы. Mm -hmm. Почему? Вот казалось бы, еще mm -hmm. только он сегодня выступает, уже окончательно будет утвержден. Почему уже идут лозунги, Трампа остановит войну? Первое. Значит, в Америке война или военная помощь Украине становится непопулярной. Раз. Второе. Значит, на этом можно критиковать Байдена. Не знаю, будет Байден или не будет, скорее всего, не будет. Ну, например, кандидата демократов, которые тянули это. Или Байден, если откажется от участия, скорее всего, откажется, можно будет положить, навесить на него всех собак, что это он виноват, он втянул Америку в проигрышную войну, это привело к разрушению Украины и так далее, и так далее. Повесить на него и предложить альтернативу меру. Третий момент очень важный. Трампу надо войну -то закончить до выборов. В лучшем случае до инаугурации. Почему? Он не хочет брать войну Байдена. Наследство. Наследство. Совершенно верно. Потому что есть, он понимает, что ему остается, ему только 4 года. Он выиграет выборы 4 года. Во второй срок не может. И может такая быть ситуация, что при определенных обстоятельствах ему ну, придется 4 года заниматься этой войной. И он не сможет приступить вот к тем реформам, революционным, поистину революционным, Америке, которую он придумал, или которую он задумал. Он будет вынужден заниматься вот этой всей фигней, согласованием. И пример у него есть, достаточно убедительный, очевидный. Это когда Ричард Никсон в 1968 году на гребне непопулярности Вьетнамской войны выиграл президентские выборы. Он получил в наследство войну Кеннеди и войну Линдена Джонсона. Войну в Вьетнаме начал Джон Кеннеди, у которого, кстати говоря, которому Ричард Никсон проиграл президентские выборы в 1960 году. Кеннеди убили, принял Эту войну вице-президент его Линдон Джонсон, он, который даже не выдвигал свою кандидатуру в 1968 году, что знал, что это проигранная вещь непопулярная война. Но он не мог приступить к решению той, к решению той проблемы, к мирным переговорам с Вьетнамом. Еще 4 года. Они начались только в 1972 году, когда Никсон выиграл повторно выборы президентские, или накануне этой кампании. И как мы знаем, понятно было, что война. Уже в 1968 году, 60 дня там должна закончиться. Но окончательно она завершилась в 1975 году подписанием Парижского мирного договора. Вот Трамп не хочет брать в наследие и потом заниматься этим войной Байдена. Потому что сложная история, сложная история. Поэтому он хочет его завершить, поэтому Орбан, не дожидаясь выборов там в Америке и так далее с самого начала своего ну, венгерского председательства в Европейском Совете, сразу начал осуществлять вот эту uh -huh. челночную дипломатию. Киев, Москва, Пекин и Маралага штат Флорида.